Всем привет, ребята! Вы на канале FIFA by Girl. И сегодня у нас реалистичная перестройка за Манчестер Юнайтед. Ребят, присаживайтесь поудобнее. Доставайте всякие печенюшки, вкусняшки, чаёк, кофеёк. Погнали! Тренер разделала, сейчас вы увидите. Я даже не заморачивалась, короче. Не обращайте внимания. Это жалкая версия Тенхага, согласна. Тут она описывает, когда произошел великий клуб, как он сформировался, ребята, всех с победой над Ливерпулем. Я верила. Коэффициент был такой, где-то 5 с чем-то на МЮ, на Ливерпуль, естественно, все заряжали, говорили, это убедительно, ведь у него тоже дела не очень ладятся. Правильно. И таким образом была вероятность, что минус на минус Манчестера в последние игры дадут плюс. И я прям верила, что будет 3-0 реально, но 2-1. Блин, давно такого случалось. Очень-очень рада. Здесь что? Здесь мы ничего не будем трогать, просто нажимаем ОК. Естественно, отменяем вот эти дурацкие предложения от сборных, меня это не интересует. Финансовые вложения, там какой там бюджет? А мы 200 миллионов дадим. Все, ребят, я вам напомню, какие правила. Мы здесь только управленцы, если в финал ЛЧ выйдем, может быть, сыграем, и то я не знаю. По настроению оно будет зависеть от этого. Ну и все, мы здесь только формируем, перестраиваем команду, трансферы туда-сюда, все такое. Погнали. Вот на ваших экранах Эрик Тенхаг. Жалкая копия, согласна. Кстати, переместила здесь я Холланда в М-Сити, Адееми в Дортмунд и Демарию в Юве. 390 миллионов. Короче, было 190, еще 200 я накинула. Да, возможно, много, но это глейзеры. Я надеюсь, они когда-нибудь, как Фиду ушел из Спартака, когда-нибудь глейзеры покинут тоже Манчестер Юнайтед. Самое главное, подписать не менее троих моложе 20 лет. Игр без поражений в домашних матчах 25. Ну, это что-то очень высокий приоритет. Самое главное, в ЛЧ дойти до финала. Жесть. Закончить в ЛЧ в четверке быть, выиграть кубок. Это сложно с первого сезона. Но первый сезон обычно разрешают всякие моментики здесь мутить неудачные. Ну, прибыль это все случится. Дехе, я думаю, сезон 2 еще отстоит неплохо. У него еще контракт действующий. Хитон, до свидания, Дин Хендерсон. Но он реально в футболе ушел. Мы его тоже продадим. Ноттингем он ушел. Алекс Тейлиш. На него не рассчитываю. До свидания. Уильямс в аренде. Люк Шоу. У нас будет Витя как запасной. Варан, естественно, с нами. Вот эти все товарищи не волнуют меня. Харри Магуайр. Смотри, ты не играл против Ливерпуля в ИРЛ. И как хорошо все сложилось. Я продаю тебя, но это легенда, но избавимся все равно. Это на заменку неплохо будет, но это 18 лет, 63 рейтинг. Мы перестраиваем, а не молодежку качаем. Далот останется, Ван Бисаков останется. Я, в принципе, не вижу пока никого на правый фланг. Нам дадим шанс этим двоим. Здесь на трансфер. Матич в Рому перешел, мы знаем. Тут на трансфер. Гарначо, я не знаю, будет у него возможность играть, но этого точно не я продаю. Естественно, вторую легенду Поль Погба отправляем, до свидания. Фред у нас будет, Меч Бри, ну пусть там сидит на лавке, ждет своего шанса. Маток продается, Джесси продается, Шори Тайер подает надежду, но не в нашем клубе, дружище. Маркус у нас, Санчо у нас, Эланга останется, Марсиаль, может, вернем из Севильи сейчас в этом сезоне? Ладно, Кавани-то я продаю, Мельора продаю. Клиро будет, но у него статы будут падать, поэтому мы пока что... Или, наверное, нет. 80 рейтинг. Во-первых, Кристиан Эриксон. Пойдем подпишем, кто мог подумать, что это будет первый наш вообще трансфер. Давай 28 лямов, на тебе не мем, что называется. Договорились. Ну, вообще, Кристиан Эриксон, для меня лично был удивительный трансфер. Все-таки, если бы ему 25-26 лет хотя бы, а 29, на пару сезонов сойдет. И мы его подпишем. 110 тысяч, блин, такие зэпки у них, конечно. 115, ладно. Все, договариваемся, подписали. Казимира, конечно, возьмем. Давай 60, окей. Карло, мистер Карло, маэстро, договорились, 260 тысяч. Ну, бонусы огромные, подписные, но это Казимира, ребят. 80 миллионов, и я вам предлагаю Кавани, потому что итальянцы любят пенсионеров, даже 70 миллионов. Интер, я же говорю, они любят, но они что-то какие-то бешеные деньги хотят. А как бы не соскочил. Но время все равно будет потом еще раз по нему приехать, договориться. Да, почти 108 лямов и Кавань. 140 тысяч. Все,
Прекрасно. О, Фил Джонс, Эмпли его хочет, не торгуюсь, давай. Я боюсь, Эмпли, вы не потянете его зарплату. Блин, как мы играем мячу с какими-то непонятными клубами? Ладно, первый, но второй, блин. Джонс продан, Эрика Баи. Я не хочу его продавать. Он сидит, не плачет. Пока что, я думаю, он потянет. Ух ты, Брюгге хочет Матича, забирай. Мактоминая хочет Барса, я не продаю вам его. А вот Лингарда, Лингардини хочет Вольсбург, забирайте. Матич не ушел, Лингард продан. Есть еще такой парень, зовут его Гави. Джорджини Виналдум сейчас играет в Роме. Человек мог играть в Барсе, но предпочел деньги. Хотя он нормально получал бы и в Барсе. Но на мой взгляд, да, у меня таких зарплат нет. Я не вижу разницы между 200 тысяч евро в неделю, там 400 тысяч, окей. Предпочел Париж и теперь играет в Роме. Жиза. Мы, кстати, взяли, да? Да, взяли. Финал. Варан 11 дней травму получил. Челси хочет купить Магуайра. Да забирай. Магуайр продан, ребят. 24,5 ляма. Тухель сошел с ума. Вот так давай, без процентов. 36. Блин, очень много за 21-летнего. С рейтингом ниже 80. И низкорослый, что меня пугает. Но, как показала практика... Хотя после второго матча писали, что плохо, что низкорослый Мартинес, Алессандро. Ну, вы видели, ребят, ВРЛ мы и Ливерпуль хлопнули. И Алессандро Мартинес творил чудеса. Что за зарплата такая у тебя, 9400? Сухие матчи? Да у нас их не бывает, в принципе. Ну все, подписываем Маласию. Аякс его не продаст, но мы отступные. Фух, слава богу, есть это здесь такая читерная тема. Еще в чем ошибка была, я не знаю, Тенхага или это там из-за того, что травма была. Почему он во втором матче с кем там играли? С Брэнфордом. Он не поставил Варана, по-моему, да? Он поставил Магуайра. Вот я говорю, Магуайра нет в старте, все идеально проходит. О, согласны. У нас там есть, правда, Эриксон, но это будет зависеть от того, как его будут ставить. 10500 у него зэпка, я в шоке. Как его будет ставить игра? Да, 7 миллионов заплачу. Ой, ну тут, конечно, ну давай 30 тысяч, я не знаю, это нормально будет тебе? Да, все, договариваемся с Вандервортом. У нас первая игра с Лидсом. 3-1 их обыграли. А, его еще и Наполи хочет. Нечего делать в Манчестере, к сожалению. Очень этого чувака уважала. О, обыграли Саутгемптон. Все, Хендерсон продан идеально. Главные сделки. Нкунку в Реал Мадрид перешел. Пау Торрес в Ювентус. А Роберто Фермино в Интер. Так мы и не выполнили, да, задачу? Нам надо третьего кого-то подписать, молодого. Может, из молодежки кого возьмем, чтобы они от нас отстали? Есть Кук вот этот ЦПшник. Давай его со мной состав, я думаю, все. Но, я его не буду заигрывать. Он, наверное, может стать неординарным. Да, я его сразу отпускаю. Давай Хитон тоже отпущу. И теперь, ребята, мы идем в конец сезона. Проиграли, ребята, мы проиграли Ман-Сити в финале ЛЧ. Но дошли до финала в первом сезоне. Великолепно. 80 рейтинг доверия. Хорошая работа. По турнирной таблице мы, кстати, взяли АПЛ в первом сезоне. Обалдеть. 91 очко, а у Ливерпуля 88. Воу. Сити и Челси ниже. Брэнфорд, Норвич, Уотфорд внизу. Мы забили 87, пропустили 40. Мы очень мало пропускаем. Бомбардиры Криштиану Роналду. На втором месте Тима Вернер. По голевым пасам Бруно Фернандеш. Ну, там есть и Роналду в пятерке, и Санчо. По сухим матчам Алисон. Нет, Дехе только на седьмом месте. А в ЛЧ, кстати, если уж на то пошло. Из всех кубков мы отлетели. Салах. А Роналду на втором. Мы там отлетели от Вест Хэма, я так понимаю, в Карабао Кап. И от Вигана, блин, от Вигана, камон, в Кубке Англии. Карабао Кап кто у нас взял? Ливерпуль. 2-1 обыграл Челси. А здесь Милвул обыграл Ливерпуль в Кубке Англии. Милвул, получается, в Еврокубке отбирается. Лига конференции, ребята. Кадис.
Окей. Лига Европы. Лацио обыграл Байер. И Лига Чемпионов. Мы проиграли Ман-Сити. Но мы, блин, мы бились до победы. 167 миллионов. Прибыль 423. Ну, кстати, вот здесь вот задачи решили. Здесь решили. Без поражений в домашних матчах. Кстати, декабрь был месяц, где мы вообще без поражений шли, обалдеть. Здесь решили, да, все, идеально. Вообще, на самом деле, большее количество задач мы выполнили. Давайте, ребята, посмотрим, во-первых, у кого там контракты заканчиваются. Матич, а он куда уходит? А, в Вест Хэм уходит, предатель. И Мейор этот, я на него не рассчитываю. Лучший у нас Криштиан. Мистер Сю, 35 голов, 12 голевых. Ну, гол плюс пас... Он, конечно, тащил. Потом Санчо, Решфорд. Ну, у Решфорда 0 голевых, а у Санчо 10. Бруно, Казимира, Ван де Бек. Он не играл у нас. Он только пришел к нам, вернулся. Он играл в Эвертоне. Мартинес 5 забил, но играл 29 игр. Гави 6 игр сыграл. Мало. Все понятно, ясно. Идем во второй сезон. 490 миллионов. Можно покупать Мбаппе. Блин, ну Роналду уже статы падают. Блин, клуб его не продаст, понимаете? Тут что? Развитие молодежи. Два сезона... Ну, я не буду заниматься молодежкой, надеюсь, ничего они мне не сделают. Подписать одного из лучших. 82 вообще рейтинг. Выиграть кубок Лиги Чемпионов, выиграть чемпионат, выиграть кубок Англии. Вот здесь могут кикнуть нас. Опять же, надеемся на наших парней. По Марсиале предложение. От Арсенала и от Милана. Давай-ка я тебе в Милан, а Маласия нет. Вильямса хочет Бордо, а Льюита хочет... Пакуш де Феррейра. Фреда я отдаю в Аталанту. Бои нет. Далота хотят. И Линглена. Нет, спасибо. И Люк Шоу остается у нас. Да, Ювентус, отлетайте. Марсиан продан, кстати, в Милан. Деньги-то у нас есть, а кого брать? Пока вроде вывозим таким составом, но не уверена. Вильямс продан. Пелистри хотя, да, Льюит никуда не ушел. Ну еще бы. Пелистри в Кристал Пэлас. Можно, да, такое сделать. У нас сейчас будет Community Shields, кстати, с Миллом. Ведь они выиграли Кубок Англии. Фред продан, ребята. Наверное, надо продать Ван де Бека, а то Гави не будет развиваться. Но Ван де Бека я очень люблю и уважаю, но чувак. Хотя у нас там есть Эриксон, который уже... Ему 30. Давайте лучше Эриксона продам. Один сезон за Эриксоном был. Я думаю, в реальном футболе через сезон-два он может уйти. Чонга хочет Сосуоло. 2-0 в сухую вообще. Туанзебе хочет Эйбар. Ман-Сити в аренду. Гави. Нет, Ман-Сити, нет. Ван Бисака отступные выплачены. Ну, давай 3. Фига, какой у него красивый агент. Вы видели? Какой-то топ-модель. И 150 тысяч вас устроит, Аарон? А то Барса уже нацелилась на тебя. Все, договорились. У него уже статы будут падать вниз. Я продлю с ним контракт. Ему 29 лет. Это очень имбовый чувак, Фифе. Дехея возвращается в родные пенаты. Он начинал когда-то в Мадриде, я помню, это прекрасно. Давид Дехея, 54 миллиона. Ну и здесь давай 50 так. С барского плеча. Договорились. А, у него же контракт заканчивался. Ну ладно, может быть, я переплатила где-то, но Облак сезона 2-3 отстоит хорошо, я думаю. Все, сухие матчи от души. Надеюсь, они случатся у нас. Первая игра с Crystal Palace. Я надеюсь, мы ее выиграем нашим классным составом. 2-1. Туанзебе, давай. Рен хочет тебя. Эриксона хочет Ливерпуль. Ну, давай, забирайте. Где-то там скучает Ван де Бек. Обыграли Арсенал. Хорошо. Эриксон продан. Мартинес не продается. Твоя игра вдохновляет, чувак. Кстати, давайте, наверное, их уже поменяем местами. Надеюсь, игра поймет, что я хочу. Ну, Миддлсбро надо прям 5-0. Фирменную пятерочку оформлять. Давайте. 3-1. Облак уже развился. Проверяй. Погнали.
ребята, мы, к сожалению, проиграли, я так понимаю, в полуфинале ПСЖ ЛЧ. Ну, значит, третий сезон будет решающим. 49 рейтинг доверия. Мы на грани, на ниточке где-то. Мы еще и третье место заняли. Очень классно. Опередил нас на 4 очка Сити, потом Ливерпуль на 2, потом мы, Челси, Эвертон, Арсенал. Но мы в ЛЧ попадаем. Ладно, следующий сезон, наверное, будет решающий, показательно, уволят нас или нет. Внизу Шеффилд, Кристал Пэлас, Миддлсбро. Так, Community Shields мы взяли, обыграли Миллвол. Давай смотреть, Карабао Кап. Ньюкасл взял, обыграл Волков, а Кубок Англии опять Миллвол. Они 2 года подряд берут Кубок Англии. Что за прикол? Какая-то удивительная команда. Суперкубок УЕФА. Сити обыграл Лацио. Лига конференций. Дортмунд обыграл Бильбао. Лига Европы. Ливерпуль обыграл Интер. И Лига чемпионов. Ну, мы проиграли победителям. ПСЖ обыграл Лейпциг. А где Холланд, кстати, по бомбардирам? Он вообще не забивает, да? Вы видите Холланда в списках? А я его перекидывала в Сити. Его нет. Он просто не забивает. Роналдо снова. Снова забивает, несмотря на то, что статы падают вниз. Ричарлисон, Салах, Грейсон. Голевые Крамарич у Эвертона. Потом Де Брюйн. А наш кто? Брунон. Облак, кстати, сухие матчи. 11. Ну, он имбовый. А в этом самом, в ЛЧ, бомбардир Неймар, потом Криштиану. И там Левандовский. Левандовский еще за Баварию. О, да, за Баварию. Голевые Неймар на втором. Нет наших. Играет. Он ничего не забивает, походу. Крутые. Это Криштиану, потом Санчо, Фернандеш, Решфорд. Ну, вот видите, 38 голов, 20, 14, 10. Мартинес 5 забил, играл мало. Потом, по-моему, 25, в этом 19 играл. Мактомин и так много играет, а Казимира не играет? Наверное, у него возраст уже, и игра помоложе ставит типов. Подожди, Казимира играет? Тоже играет. Наверное, ну, понятно, наверное, он вместо Гави ставит мне Мактомина, понятно. 23 игры, ну, правда, 0 голов, 0 пасов. Но 82 рейтинг уже, FIFA сейчас все поймет, кого надо куда ставить. Ну, по рейтингам давайте смотреть. Самый имбовый у нас Облак, потом Казимиров, Бруно, Санчо, Мартинес, Решфорд. Ну, они, видите, у кого-то статы вниз, у всех практически вверх. Ну, у всех, да. Мактомин не развивается. Нам дают шанс, погнали в новый сезон. Чувствуется, мне будет не 5 сезонов, а 3. Но я, наверное, на 3 так и рассчитываю. Третий должен быть решающим. Нас просто могут уволить. 711 миллионов, ребят. Как это попросило о трансфере? Блин, Мартинес попросил о трансфере? Ладно, я поняла вас. Но если Мартинес попросил о трансфере, ребята, пришло время этого месье. Ну, мы играли в ЛЧ, мы играем. Я думаю, что Мбаппе был бы счастлив поиграть в ЛПЛ. Давайте, купим имбу. И посмотрим, если сейчас ничего он нам не принесет, ну, тогда сори. Я могу Антони взять? Блин, клуб не продаст. Я им 150 миллионов и Мартинеса даю. Но, ребят, Мбаппе... Интересно понаблюдать было, конечно. Это невероятный трансфер. Я понимаю, возможно, это слишком стандартно, но мы хотим что-то выиграть, и мы должны выиграть. Я бы оставил Лаутаро без разговоров, но увидите, что происходит. Этот тип попросил о трансфере, видите ли. Ой, боюсь, там 450, наверное, надо предложить. Он слишком крутой, 95-й рейтинг. Огромные деньги, 500 миллионов практически. И давай я подпишу Биллингема. И цену еще в 50 миллионов. Давай, Дортмунд, я думаю, ты будешь счастлив. Все, они счастливы, конечно. Просто у нас нет времени развивать их. Вот в чем проблема. Ну, 5 сезонов, в принципе. Ладно. Но посмотрим, кого будет игра ставить, кто лучше разовьется. Тимбер. Давайте, я хочу подписать еще Тимбера. И он умеет на правом фланге. 50 миллионов и Далот. Идеально. Я его переучу на правого. Я думаю, он быстро переучится. Согласен. Гави пока на лавочку садится, но там игра сама разрулит. Мбаппе идет в нападение. Ребят, ну прекрасный состав, прекрасный. Вы же это видите сами. Блин, назначена встреча об успехах. Какая встреча об успехах, ребята? Я вам Мбаппе купила. Какая встреча? Каких успехов? Релаксните, глейзеры. Уж вам вообще, по-моему, все равно на Манчестер и его развитие. Тут какие-то предложения. Мы все это принимаем, естественно. Так, Шори Тайр продан. Туанзебе продан в Вест Хэм. Уходит замечательно. 377 лямов осталось. Завершить сезон с прибылью. Я надеюсь, мы это сделаем. Домашние матчи. Побед 12. О, за 3 сезона. Ну, 3 сезона, окей. Выиграть кубок Лиги Чемпионов, выиграть чемпионат, выиграть кубок. Опять сложно все. Но я чувствую, что это будет, ну, нереалистично. Хотя вы видели,
как переходил из Ливерпуля в Сити Стерлинг, как Стерлинг переходил в Челси. Да, это наш принципиальный соперник, но помните, как переходил Тевис в Сити? Чего бы нам сейчас не повторить то же самое? Я вам предлагаю еще вот Диало. Он у вас развиваться будет, ну, типа, в обменник кидаю. Они никого не хотят, только Фодена. Забирайте. Сами не захотели. Блин, так было круто. И Диало на халяву. И 150 лямов. Пеп что-то поплыл. Прикинь, он хочет быть нерегулярным. Ну, чувак, ты будешь очень даже важным. Он понимает, какая там конкуренция. Но нет, ты у меня в старте будешь. Ребят, да, возможно, это нереалистично. Фил Фоден в Манчестере. Но сейчас нет нереалистичных трансферов. Нет, вы же это сами прекрасно понимаете. Фил Фоден очень легко там может оказаться. Отличная работа, прекрасно. Кто больше платит, к сожалению, в футболе, тот и рулит. Но это имбовый игрок. Мне он очень нравится в реальности. Давай, все, слева. А Решфорд на лавку присядет, и уж посмотрим. Вот если мы таким составом сейчас ничего не возьмем, ну тогда извините. Я помню, как Оуэн Харгрис приходил в Сити. Так что, ребят, не надо рассказывать. Когда надо, они все-все переходят. Ну, состав сейчас прекрасен. Фоден, Мбаппе, Санчо, Биллингем, Фернандеш, Казимиро. На лавке Гави. Тут Люк Шоу, Мартинес, Варан, Тимбер, который учится на ПЗшника. Ну да, немножко оборона, может, хромает. Ну, давай пока имбового поставим. У кого побольше рейтинга? Это Ван Бисака. Минги, давай. Тут блокируем. Талант, откуда у тебя деньги на Казимиру? Успокойся. Я бы хотела, чтобы в реальном футболе, кстати, Фоден оказался туда, в Манчестере. Сон тоже мне очень нравятся, эти игроки, но они в других уже клубах. Так, Минги продан, Маласия мы не будем продавать. Прикинь, какой шум мы навели, все такие болельщики сейчас орут. Фоден, ты предал клуб. Мало ли, какие там у них взаимоотношения. Вообще не вижу смысла сейчас нам что-то там листать. Пойдем в этот сезон, в конец. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always... Ребята, мы взяли кубок Элче. Мы это сделали. За 3 сезона, как я и хотела. Сначала 5, потом думаю, ладно, 3. 69 рейтинг доверия, меня это вообще не волнует. Как бы там ни складывалось, мы это сделали. 85 очков мы апнули. Ман Сити, ближайший преследователь. До свидания, ослабили их. Лестер, Челси, Тоттенхэм, Арсенал. Ливерпуль 9. Дарвин Нунес там, кстати, играет. Я его тоже перекинула. Вообще ни о чем был в этой вселенной. Астон Вилла, Фулхэм и Ковентри внизу. Подожди. А, мы взяли кубок Карабао Кап. Обыграли Миддлсбро? Ого. А вот тут мы проиграли, по-моему, в финале. Нет, не в финале. А где мы? Ой, нет. Мы в 6-м раунде проиграли Сити по пенкам. Суперкубок УЕФА. Ливерпуль обыграл Париж. Лига конференций. Фенербахче обыгрывает Андерлехт. Лига Европы. Ливерпуль обыгрывает Эвертон, это прям дерби, всем дерби-дерби. И Лига чемпионов Манчестер Юнайтед обыгрывает Челси. Бомбардиры, Килиан Мбаппе 22, я думал там все 42 будут, ну ладно, 22 гола. Одегард, Дака, Эль-Насири, Грей, ну все, тут Фернандеш, Решфорд ниже. По голевым Бруно хорош, да. Можно было, я, кстати, подумал Гави переучить на флангового потом, но мы сразу взяли имбового. Если бы не так, Гави бы развился и потом бы тоже, возможно, суперски себя проявил. Облак, сухие матчи, опять на первом месте. По желтому у нас нет, по красному тоже нет. Великолепно. А в ЛЧ давай посмотрим. Жао Фелиш, Левандовский, Мбаппе только четвертый. А голевые? Лемар, там Алимар. А, кстати, давай посмотрим по сухим в ЛЧ. Что за Харт? Это же не тот Харт, о котором я думал, не Джо Харт. Селтики, Харт какой-то. Облак только на 9-м месте. Давайте, ребята, посмотрим, какие задачи руководства мы выполнили, какие не выполнили. Ну ладно, уж тут вот ничего страшного. Ну не подписали молодого. Ну, одного же из троих подписали.
Здесь все сделали, здесь сделали, здесь сделали, ну кубок вот не взяли. Но нас не будут кикать. Ух ты, мы не прибыль не сделали. Это я не знаю. А, мы никого не продали, наверное. FIFA не ошибается, очень редко. Если они говорят, что это неординарно или подающая надежда, так и будет. Я это помню с 15 FIFA про Неймара и вообще. Ну. Если здесь там говорят, что 93 рейтинг нужен, значит надо брать какого-нибудь Гави или того же Биллингема. И все будет супер, того же Облака. Ну, в плане, что... FIFA и ERL это практически рядом идут. Но, ребят, будем надеяться, что с приходом Мартинеса, эта парочка Варан Мартинес сделает свое дело в ERL, и Манчестер все-таки когда-нибудь поднимет этого ушастого. После ухода Фергюсона мы знаем, какие сейчас тяжелые времена у него в МЮ. Ну, тут все ребята сделали рейтинги, плюсанулись. Мартинес, кстати, 90 сделал. Обалдеть. А Тимбер-то апнул ПЗшника? Апнул, да. Биллингем 88, плюс 4 апнул. Гави плюс 1. К сожалению, он сейчас у нас уже не попадает в состав. Но можно его на флангово, там, я согласна. Интересно, какая судьба у Криштиану. Он куда-то перешел бесплатно или нет? Тут вообще в 90... Рейтинги 90 решают, да. Мбаппе 96. А, Криштиану никто не подписывает. У него контракт заканчивается, но мы не будем этим заниматься. Мбаппе 38 забил в общем. Из 60 игр. 24 гола. Голевые отдавали Мбаппе и Фернандо шикарно. Решфорд, Санчо, Мартинес. Смотрите, они забивали. Эланга 4 забил. А вот, кстати, рассказывала про Фодена, а он что-то особо и не забил, ребята. Он вообще играл? Он 24 игры провел, 2 голевые отдал и 1 сыграл. Так что, возможно, там Маркус зарешал. Маркус почувствовал конкуренцию и зарешал. 22 гола товарищ забил. Так что, ребята, вот, кстати говоря, ничего не сделал такого сверхвыдающегося Фоден. Он сыграл в ЛЧ всего 4 игры. Не факт, что он вообще в финале, может, на лавке сидел. Мы перестроили манкунианцев. Да, возможно, с Фоденом было немножко перебор. Но, я повторюсь, переходили и Харгривз, и Тевис. Вейн Руни грозился, правда, там ему уже эти самые болельщики грозились ужасными всякими действиями против него. Поэтому, ребята, все равно... Я думаю, надо было подумать насчет какого-нибудь имбового 90-го флангового. Может быть, он бы также зарешал. Но, как мы видим, здесь Фоден ничего не решил. Но рейтинг решает. А так, в принципе, мне вообще понравилась эта перестройка. Ставь свой лайк, подпишись, оставь комментарий. Я еще хочу, у меня там в планах есть перестройки на эту фифу. Жду ваших комментариев. Всем большое спасибо. Всем пока.